каждый год по зову сердца мы приходим сюда, чтобы вспомнить о тех страшных, но героических событиях, вспомнить тех, кто дал нам жизнь, кто дал нам свободу, кто дал нам независимость. Индисеп пережил страшные годы войны, страшные годы оккупации. Практически с первых месяцев здесь была нога врага. Наша земля помнит и расстрел мирных граждан, помнит и концлагеря. В Кенесевской земле есть сожженные деревни. Это все ужасы войны. И вот 1 февраля 1944 года силами действительно 2-й ударной армии 222-го отдельного Рошинского танкового полка под командованием подполковника Ковалевского сюда вошли две роты и 152-й танковый батальон, который захватили мост, дабы его не взорвать. Тем самым прорвали оборону противника и контрнаступлением заняли наш город. Под Кингисеппом взвился красный флаг. Казалось бы, такие короткие строки из тех времен, а что за ними стоит? За ними стоят жизни, жизни наших солдат, наших парней, девчонок, которые не пожалели для того, чтобы город был освобожден. Мы должны об этом помнить всегда. И только лишь наша память позволит нам решать те вопросы, которые перед нами стоят. Светлая память всем тем солдатам, мальчишкам и девчонкам, которые лежат в Кенесепской земле. Мы помнили и будем помнить их всегда. Город был практически разрушен, и фактически он восстановлен был заново. Поэтому вечная память тем, кто погиб за наш город, и за тем, кто восстановил этот город и дожил до сегодняшнего дня. И вечная слава героям. Я желаю всем крепкого здоровья, желаю мирного неба над головой, нашей великой родине России процветания. С праздником! С днем освобождения, Кенесеп! Означает 1 февраля? День освобождения от фашистской Германии. Угу. Что-нибудь знаете про это поподробнее? Как Кингисепп сражался? В общем-то, не, ну, я тут сравнительно недавно приехал в Кингисепп. Сколько? Ну, уже 20 лет. Ну, особенно такого ничего не знаю. Но, тем не менее, что есть такая дата, знаете? Конечно. 1 февраля – это последний месяц, последний день последнего месяца зимы. Первый день последнего месяца зимы. Конечно, ожидание весны, ожидание тепла и всего хорошего. Скажите, а может быть, это дата какая-то знаменательная? Дата я не знаю, но 23 февраля будем ждать. А знаете, что 1 февраля Кингисепп освободили от немецко-фашистских захватчиков? Я вообще не местная, буду знать. Пожалуйста, что для вас 1 февраля? День освобождения Кингисеппа. То есть вы знаете эту дату? Да. Скажите, а как-то ее отмечаете? Нет. А среди ваших... Просто помним, а отмечать... Пойдете к памятнику, может быть, цветы возлагать? Может быть. Ну, у нас едут выступать из школы на понедельник к братским могилам сюда. То есть что такое 1 февраля для Кингисеппа вы знаете? 1 февраля
Я не знаю, если честно, серьезно. 1 февраля? Нет, я не знаю даже. Не знаете, что от немецко-фашистских захватчиков Кингисепп освободили 1 февраля? А, точно, точно, да, точно, я вспомнил, да. Ну, теперь будете знать. Да, я буду знать, спасибо большое. Всего хорошего. Ну, это день освобождения. Освобождение чего? Кингисеппа. Скажите, пожалуйста, у вас родственники какие-то воевали в войну? Да, мамин брат там, ну, так все. Помните какие-то истории, может быть, связанные с этой датой? Нет, не помню. Знаете дату? Освобождение Кингисеппа. Ну, от фрицев. Знаете еще какие-то истории с этим связанные? Как город отбивался, знаете? А, я уже забыл. Знаешь, что сражались очень? Много было погибших. Ну, отбили. И сейчас будем еще по башке настучать.